Всем привет, меня зовут Супер Принцесска Милашка Тян. И сегодня я должна вам кое-что рассказать. Для начала я должна вас предупредить, я не сьюха. Я нигде не срисовываю, такой работы точно нет нигде. Я вам сейчас докажу это. Да. Вот, видите? Поэтому я прошу не срисовывать у меня, это будет очень низко с вашей стороны. Еще я закончила колледж по рисованию в Америке, поэтому завидуйте молча, лохи. Итак, что я хотела вам рассказать? Санс мой парень, да. И все, кто говорит, что Санс не мой парень и что я сьюха... Я вас всех убью! Теперь я расскажу немножечко о себе. Я наполовину ангел, наполовину демон. Я скрываю глаз за челкой, потому что он радужный, и я не хочу, чтобы все об этом узнали. Еще у меня вот такая вот радужная магия, когда я злюсь. Это моя злая сторона. У меня вот такая вот сережка, вот такой вот пояс с юбочкой и вот такой вот красивый хвост. Еще я эльф, вампир и вообще я королева мира. Так как Санс тоже король мира, я хочу вам доказать, что мы встречаемся. Санси, ты меня любишь? Да, моя королева. Так что подберите свои челюсти, лохи. Санс, давай поцелуемся назло этим недоноскам. Давай, детка. Вот видите, он меня любит. И вообще мы женаты, и у нас 5 детей. Это так? Да, любовь моя. Ой, Санс, что ты делаешь? Я же еще не записала видео. Санс, прекрати. Нет, не надо. Санс, ну не сейчас.